прекрасный вечер, не менее прекрасный экзекутор Иван Дмитриевич Червяков сидел во втором ряду кресел и глядел на корнебильские колокола. Он глядел и чувствовал себя наверху блаженства. Но вдруг глаза его поморщились, лицо поморщилось, глаза подкатились, он отвел от глаз бинокль и... Чихнул, как видите. Чихают все, и мужики, и полицеймейстры, и иногда даже тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и продолжил глядеть на сцену. Но тут пришлось сконфузиться. Впереди себя он увидел старичка, который тщательно протирал свою лысину и что-то бормотал. В старичке Червяков узнал генерала Брижалова. Я его обрызгал. Не мой генерал, чужой. Но все же как-то неудобно. Надо бы извиниться. Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и заговорил. Ничего. Ради бога, извините, я это вовсе это не хотел. Ну, хватит, пожалуйста, дайте смотреть. Червяков продолжил глядеть на сцену, но блаженства он уже не чувствовал. В антракте он решил снова подойти и заговорить. Я вас обрызгал. Я как бы это случайно. Вот. Ах, полноте! Ну хватит, я уже и забыл! Забыл. Самого нехитрого в глазах. Генерал понять не может. Надо бы подойти и объяснить, что это закон природы, что я вовсе не желал. Придя домой, он объяснил все жене. Жена как-то очень легкомысленно к этому отнеслась, а когда узнала, что генерал чужой, и вовсе забыла думать. А ты сходи, извинись, а то может подумаешь, что ты себя на людях держать не умеешь. То-то вот и есть. Я подходил, а он мне слова путного сказать не может. На другой день Червяков подстригся, одел новый вицмундир и снова пошел объясняться. Пойдя в приемную, он увидел множество просителей, а среди просителей и самого генерала. Когда генерал закончил опрашивать просителей, он увидел Червякова и просто посмотрел. Я как бы это чихнул, и как бы это вот обрызгал вас. Я вовсе не желал. Но это же Бог знает что. Вам вообще что нужно? Генерал пошел к себе во внутренние апартаменты, и Червяков пошагал за ним. И опять забормотал. Милости. Я как бы вот это вот чихнул и как бы вас обрызгал. Я вовсе не желал, и это из чувства раскаяния. Вот. Это просто какие-то насмешки. Какие тут насмешки? Я просто хотел извиниться. Из чувства раскаяния. Насмешки. Все. Пойду я извиняться к этому фанфарону. Все, точно не пойду. Я ему письмо напишу. Да, да, точно. Письмо напишу. Да, письмо. Письма он так и не придумал. И на другой день
решил опять идти объясняться. Вчера я как бы и вас нечаянно обрызгал. Это из... я не хотел смеяться, а просто извиниться. Как бы это... вот. Пошел вон. Что? Пошел вон! У Червякова внутри что-то оборвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился домой. Придя домой, не снимая своего вицмундира, он лег на диван и... Она в соседнем